Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про акції протесту підприємців та їх можливі наслідки. З нами Наталія Ешанкулова та Олег Манаєнков. Олег Манаєнков, підприємець, освіта, Національний технічний університет, Дніпровська політехніка, спеціальність фінанси і кредит. Член громадської організації «Самозахист підприємців», одружений, виховує 3 дітей. Хобі – спорт, туризм. Наталія Єшанкулова, підприємець, громадський діяч. Освіта, Національний технічний університет, Дніпровська політехніка, спеціальність правознавство. Активна учасниця акцій протесту підприємців, хобі – колекціонування антикварних брошок. Панове, радий вітати в нашій студії. Власне, перше питання, яким саме видом діяльності ви займаєтесь? Наталія, мабуть, з вас почнемо. Я займаюся розничной продажей текстиля. Занимаюсь этим уже достаточно давно, около 10 лет. И, конечно же, так как каждые 5 лет повторяется ущемление малого бизнеса со стороны законодательной власти, то есть каждая власть приходит, и каждая власть начинает какие-то изменения вменять. И, в принципе, в 2015 году и в 2010 году я уже понимала, что это будет каждые 5 лет повторяться. Ну и понятное дело, что вот в этот раз я по сравнению с теми акциями, которые ранее проходили, для меня это самое серьезное испытание, потому что, казалось бы, вроде бы мы проходили это уже все, но мы опять наступаем на те же грабли, и настолько разуверившихся предпринимателей я не видела в прошлые годы. В прошлые годы выходили массовые протесты. Люди во что-то верили, люди как-то на самом деле действовали более активно, более агрессивно. А сейчас они просто уже так, вы знаете, им уже ничего не хочется. Я один момент уточню. Да. Тобто підприємцям важливі зрозумілі правила гри, я так розумію, з ваших слів. И понятные правила игры, да, но вы знаете, ранее мы более доверяли своей работе, мы более доверяли, что ли, законодательной власти, мы более доверяли государственности нашей. А сейчас люди говорят, что, ну, вы знаете, видно, настолько сократился тот уровень достатка, который у них был, который они могли получить со своего бизнеса, микробизнеса, я хочу это подчеркнуть, что они уже просто говорят, а я лучше поеду на эти деньги тогда там где-нибудь подработаю по Польше, там еще где-то по Италии. То есть уже такая тенденция. То есть люди уже так не хватаются за свой бизнес, они уже немножко, не то что даже немножко, они очень сильно расстроены, дестабилизированы, дезориентированы. Олеже, до вас то самое питание, ваша сфера деятельности. Да, добрый день. Я предприниматель. Основная сфера деятельности, я занимаюсь торговлей, розничной торговлей продуктами питания. Ну вот последние тоже 5-7 лет приходится все больше заниматься общественной деятельностью, потому что, как сказала Наташа, вот эти постоянно ухудшающиеся условия для ведения бизнеса, да, в стране, ну, привели меня к пониманию того, что просто-напросто все наши усилия, они могут пропасть даром, потому что рано или поздно тебя просто додавят, тебя задавят. Потому что постоянно закручиваются всевозможные гайки, так скажем, да, постоянно ухудшаются условия законодательно, да, кроме того, что постоянно последние несколько лет ухудшается экономическая ситуация. Ну, это как бы тоже следствие вот этих вот законодательных изменений в худшую сторону, скажем так. Поэтому наряду с этим наше правительство постоянно ухудшает условия, ухудшает правила для предпринимателей. Поэтому, естественно,
что последние несколько лет приходится больше заниматься общественной деятельностью, потому что все-таки мы не хотим уезжать в какие-нибудь Польши, России, там, в Европу, мы хотим жить в нашей стране, мы любим Украину, мы патриоты нашей страны, поэтому, естественно, мы начинаем все больше и больше, и наши ряды постоянно пополняются новыми людьми, которые приходят к осознанию того, что ну, все-таки просто сбежать, уехать куда-то, это не вариант. Нужно бороться за наше благополучие здесь, потому что здесь мы родились, здесь мы живем, здесь будут жить наши дети, поэтому, естественно, ми хочемо все змінити к лучшему. Я уточню у обох. Ви говорите, що з кожним роком все гірше і гірше стає ситуація для підприємців. Це проблема суто підприємців чи економіки загалом? Понимаете, это то, что становится хуже. Это уже следствие тех действий, которые были предприняты ранее, скажем так, нашими предыдущими правительствами и этими правительствами, понимаете? То есть это такой некий снежный ком, который постоянно усиливается, да? Ухудшая условия ведения бизнеса, да, в нашей стране, в Украине, тем самым мы сокращаем, естественно, и какие-либо возможности для того, чтобы заработать деньги, возможности получения больших доходов для предпринимателей. Как следствие, они тратят меньше денег, как следствие, они не в состоянии нанять более квалифицированных сотрудников, да? Как следствие, они не в состоянии платить этим сотрудникам больше денег. Естественно, что дальше эти деньги не тратятся на внутреннем рынке страны. Естественно, мы потом имеем, опять же, на выходе сокращение объемов продаж. Да? Ну, неважно, здесь мы сейчас говорим об услугах или просто о каких-либо товарах. И этот круг потом повторяется заново. Понимаете? Поэтому, естественно, что кроме всего какие-то там, скажем так, глобальные кризисы, которые тоже отражаются на экономике страны, потому что все-таки есть у нас, скажем, огромные градообразующие предприятия, там тоже, у них тоже падает выручка по известным причинам. И все это вместе приводит к тому, что становится все время хуже, хуже и хуже. То есть, опять же, хуже что становится? Да? Сокращается платежеспособность нашего населения. Это наши покупатели, это люди, которым мы оказываем всевозможные услуги и так далее и тому подобное. Естественно, что просто-напросто сокращается вот это поле, где можно зарабатывать деньги. Соответственно, падают в некотором смысле доходы бюджета. Наше правительство не находит ничего лучше, да, то есть эти попытки и шаги к ухудшению ведения бизнеса у нас в стране, они происходят от всех правительств, которые были там, за последние там, 20 лет, скажем, допустим. Да. Естественно, что это в свою очередь тоже приводит к снижению платежеспособности населения. Олеже, продовжуючи це питання, наскільки я знаю, минулого року ви протестували проти так званих законів 128 та 129. У чому їх суть? І потім Наталя з вами поговоримо. Ну, давайте начнем со второго закону. Второй закон 129 – это такой так называемый закон про кэшбэк. Я так постараюсь, знаете, описать это все, знаете, такими большими мазками, просто вот максимально просто объяснить. То есть это, знаете, это закон какой-то такой, знаете, а-ля из 1937 года. То есть это просто фактически стукачество, да. То есть, понимаете, если вам не выдал кто-то какой-то чек, да, то есть мы сейчас не обсуждаем там, хорошо это, плохо, мы идем по фактам, да, то человек может пойти обратиться, пожаловаться на этого продавца, скажем, или человека, который оказывает услугу какую-то, и обратившемуся человеку как бы должны компенсировать деньги, понимаете? Ну, такого... Или факт, что не выдали, да? Да, не факт. Так это мы сейчас даже вот не обсуждаем. Просто поймите правильно, ну, такого в мире нигде нет. Понимаете? В мире кэшбэк, вот, да, вот это понятие, да, оно существует на данный момент во всем мире, но... Украинское повернение грошей, кэшбэк. Да, украинское повернение грошей, но само понятие, оно уже вошло и к нам, в наш сленг тоже. Кэшбэк, это имеется в виду, если вы проводите какие-то, скажем, расчеты, ну, к примеру, там, через платежные терминалы, карточки, да, там, за какие-либо товары, в виде всевозможных акций вам эти просто часть суммы возвращают, как скидку, понимаете? То есть это внесет в себе такой эмоционально положительный оттенок во всем мире. А у нас кэшбэк – это вот
получается, он приобретает такой окрас, такого, знаете, 1937 года, просто стукачество. И естественно, что этот закон открывает собой огромное поле для манипуляции, потому что, ну, вы представляете, что на сегодняшний день есть, скажем, немало людей, скажем так, нечистых на руку, и для них это огромное поле для работы. То есть это просто закон, который очень сильно ударит по предпринимателям, и причем по самым из них законопослушным, потому что те, кто незаконопослушны, они просто уйдут в тени, все, они от этого страдать не будут, им все равно. А законопослушный нормальный предприниматель, он окажется под огромными санкциями, потому что, кроме всего прочего, эти же законы дальше несут под собой огромные, просто уничтожительные санкции для предпринимателей. Так, це ви про другий закон сказали, да. Про перший. Первый, 120, закон 128.9, это закон про так называемую фискализацию. Он говорит о том, что практически все предприниматели в нашей стране, это в основном это мелкий, микро, мелкий и средний бизнес. Да? Давайте будем говорить о мікробізнесі. До речі, я уточню, дрібний бізнес, це що мається на увазі? Це скільки виручки? Так, плюс-мінус. На даний момент це до 1,5 мільйона гривень. То есть сейчас принята поправка до 5 миллионов гривен, но, к примеру, в странах Евросоюза этот порог минимум 2 миллиона евро. То есть на наши деньги это получается более 50 миллионов. Там про меньше зарплаты будем говорить. Знаете, у нас на сегодняшний день цены на газ, как в Европе, даже выше. Цены так. Да, некоторые расходы тоже выше, а зарплатами мы отстаем. Мы хотим в Европу, мы хотим жить как в Европе. Поэтому, естественно, у нас должны быть более-менее одинаковые правила, понимаете? А мы сейчас сталкиваемся с определенными, не то что определенными, а с повальными манипуляциями. Понимаете, когда нужно людей обложить и с людей просто-напросто снять три шкуры, так как в Европе, понимаете, а когда нужно заплатить пенсии, зарплаты, пособия всевозможные, то извините, у нас не Европа. Понимаете, это просто сплошная манипуляция. Поэтому этот закон 128, он по идее, должен заставить всех наших предпринимателей, микробизнеса, вплоть почти до бабушки, которая вышла продать петрушку один раз, допустим, в полгода летом, они должны купить кассовые аппараты, фискализированные кассовые аппараты. А сколько вам, до речи, коштует? Сейчас вам скажу. Они должны купить эти кассовые аппараты, пройти огромнейшую процедуру регистрации этого всего, понимаете? Мы об этом поговорим немножко позже. И только тогда они могут торговать. Значит, этот закон носит фактически запретительный характер для ведения мелкого и среднего бизнеса в Украине, потому что это огромные расходы. Мало того, что такой фискализированный аппарат, опять же, в Европе он стоит в районе 50-70 евро, у нас он стоит практически более 10 тысяч гривен, понимаете? Мало того, что нужно купить сам аппарат, это еще часть проблемы. Вы должны научиться его обслуживать, да, потому что... Что мается на увазе? Мается на увазе то, что вы должны, к примеру, загрузить туда всю информацию о вашем товаре. Угу. То есть это фактически нужно провести, допустим, да, если у вас какой-нибудь магазинчик небольшой, который торгует, констоварами какими-то, к примеру, у вас есть 2000 наименований товара, этот каждый товар с его штрих-кодом должен быть забит в базу, понимаете? Плюс, если у вас, допустим, раз в неделю меняется товар какой-то, да, это нормальная ситуация, вы должны постоянно за этим следить. Это, давайте так назовем одним словом, администрирование вот этого всего процесса учета. Да? Поэтому поймите правильно, мы как предприниматели, мы не против кассовых аппаратов. Но мы против того, что несет в себе эта нагрузка, понимаете? Потому что если, допустим, мы возьмем более-менее средних предпринимателей и крупных, у кого есть возможность иметь в штате бухгалтера, да, допустим, товароведов каких-то, да, то для них это, в принципе, нормально, и это сегодня работает. Но мы на данный момент говорим о мелких предпринимателях, которые работают сами на себя. Понимаете? То есть человек вынужден будет отвлечься от своей деятельности основной и заниматься вот этими всеми вещами. Кроме всего прочего, ему нужно потратить, по нашим приблизительным оценкам, более 1000 долларов, более 25-27 тысяч гривен для того, чтобы запустить это в работу. При том, что наши предприниматели сегодня зарабатывают в месяц, от 5 до 10 тысяч гривен, для них это практически нереально. То есть это просто приведет к тому, что либо огромное количество людей выйдут из этого бизнеса, либо они просто уйдут в тень.
Поэтому, естественно, мы против этого закона 128. Тем более, эти законы принимались без согласования с предпринимательским сообществом. То есть они родились где-то в недрах державных структур, скажем так. Да, да, государственных структур, и были выложены, навязаны сверху, как данные. Поставили перед фактом, фактично. Да, поэтому, естественно... Так, колеже, добре. Да. Наталія, давайте з вами поговоримо. Минулого року ви були активною учасницею акції протесту, більш того, ви одні з організаторок, зараз правильно говорити, були. Як вони проходили, скільки людей збирали, як це все відбувалось? Первая акция протеста, она прошла у нас в регионе, и она была немногочисленной, потому что когда приходилось раздавать вот подобного плана объявления агитки, то многим людям, предпринимателям не верилось, что такое вообще можно сделать. Почему? Потому что многие думали, что вот там кто-то придумал какой-то законопроект, но его никогда в жизни не внедрят. Как знаете, нам говорят, вот такой-то законопроект. Но пока он не подписан, пока он не проголосован, люди уже понимают, что кипишевать не надо. А тут уже следующая ситуация, что вот я говорю, будет этот законопроект, они уже хотят утвердить, нам нужно что-то делать. Люди неохотно участвовали в акциях протеста. Первая акция собрала, если я не ошибаюсь, около там, 50, может быть, 100 человек. Следующее, но это уже шло по нарастанию. И когда эти законопроекты уже превратились в законы, которые вступят вот совсем скоро, уже в этом году они будут вступать в три этапа. Для некоторых, если я не ошибаюсь, в три этапа, для некоторых с января уже, по-моему, вступили, потом октябрь, а потом в 2021 году с января месяца. Вот, поэтому мы понимаем, что рано или поздно вот, мы уже придем к этому. И люди уже стали более активнее к этому. Я очень благодарна организации самозащиты предпринимателей, которая, вот, представитель организации, которая на самом деле взяла на себя такой вот кусок работы, можно сказать, неблагодарной. По организации мероприятий дальнейших, которые проходили уже в Киеве. Они пытались, и они организовывали автобусы, и людей подключали. Ну, все мы выполняли определенную роль. То есть мы и людей подключали, и люди уже были более ознакомлены. У нас даже, знаете, была такая ситуация, что в какой-то момент у меня уже руки так опустились, потому что я думаю, ну сколько можно, я всем объясняю, оно как об стенку горохом. И тут начали подключаться активные предприниматели, которые тоже уже стали, ну, они осознавали, они взяли на себя огромную часть вот этой всей деятельности. Они там что-то распечатывали за свой счет, какие-то баннеры за свой счет делали, кто-то там на поездку там сдавал, кто-то еще как-то. И вот теперь я уже вижу на самом деле консолидированное движение предпринимателей, которые организатор – это самозахист предприемцев, потому что ну никак по-другому, да, сами по себе разрозненные предприниматели сложно, да, что-то придумать. А тут вот они уже едут в Киев и уже все вместе. Ну и по киевской акции, конечно же, вы знаете, первые акции были менее многочисленные, потом так по нарастающей. Само, как и тут. Да, потом по нарастающей. И я вижу, что предпринимательское движение, оно имеет право быть. Важно только, чтобы, помните, что я говорила в начале нашей беседы, что люди уже настолько разочарованы, что они готовы уже бросить это. Махать рукой. Да, то есть они есть, они существуют. Это не значит, что они согласны с этими законами. Но просто важно, чтобы они не опускали руки. Ну, в нашей ситуации это совсем... А какая реакция влады была? Местные власти, и я им за это очень благодарна, мы все благодарны предпринимателям, это городские депутаты поддержали так, нашу було ініціативу. Минулого року, да, звернення, да, до президента, якщо я не помиляюсь. Да, да. І яка доля цього звернення, до речі? Уже прийшов офіційний відповідь, там, де нам культурно відказали. Это было обращение, так как это подписано было мэром Днепра Борисом Филатовым. Это было подписано, это было конкретно на его имя отправлено. Очень жаль, но пока так. Область нас не поддержала, к сожалению, поэтому следующая акция протеста будет именно под областью. Угу. Так, ми про це ще поговоримо. До обох питання. От є думка, що впровадження касових апаратів, це, як ви говорили, закон 128 так званий, да? Наповнить бюджети різних рівнів. Чи це відповідає дійсності? Можна я ще вернусь к предыдущему немножко вопросу. Я
считаю, что наши предприниматели, они все-таки не зневірені, да? То есть как член организации, наша организация «Самозахист предприятий». Ну, різні по-різному, можно так сказать. Да, да, можно так сказать. Я просто хочу высказать свое личное мнение. Mm-hmm. Да? То есть наша организация «Самозахист предприемцев» существует с 2008 года, да, то есть, ну, еще давно, задолго и до Майдана, и до всех последних вот этих событий, потому что, как я уже говорил, постоянно идут попытки со стороны, скажем так, контролирующих органов, власти, да, добавить, ну, нам какие-то, скажем так, ненужные контрольные вещи, да, то есть, ну, они постоянно нас хотят контролировать. Просто проблема в том, что нам не помогают вести бизнес в стране, а нас просто хотят контролировать, я не знаю, как просто как овец стричь, понимаете? Поэтому я хочу сказать, что структурные подразделы нашей организации «Самозахист предприемцев», они существуют во многих городах Украины, и люди последнее так, время... Давайте, так, это уже трохи пиар начинается. Я просто говорю, что люди просыпаются. До питания, да, вот. Да. Люди просыпаются, и люди, наоборот, хотят оказывать сопротивление всем вот этим действиям, понимаете? Так, є до питання. Є думка, як я повторююсь, да, що касові апарати, їх провадження наповнюють бюджети різних рівнів. Ваша точка зору, чи відповідає це дійсності? На самом деле, местные налоги, вот этот единый налог, которые мы платим. Мы платим весь малый бизнес, мы платим фиксированный налог в зависимости от группы. На данный период времени сейчас повысили ставки по нашим группам. Первая группа до миллиона, вторая группа до 5 миллионов и третья группа, если не ошибаюсь, до 10 миллионов. Угу. Прошу прощения, если я там ошиблась. Так вот, мы все, входя в эти лимиты, мы просто оплачиваем фиксированный налог. Но почему у нас фиксированный именно налог? Потому что у нас есть еще масса побочных расходов, такие как арендная плата, заработные платы, которые мы не списываем как расходы, как есть на предприятии, а которые мы просто, ну, они у нас вот есть и все, да, но это нас, вот эти 5 миллионов, это не прибыль, например, для второй группы, это вал, то есть это все, что вот у нас проходит, вот этот денежный поток у нас проходит. Так вот, с этих денег мы платим вот фиксированный налог. Этот фиксированный налог идет в местные бюджеты. Он никоим образом не увеличится. То есть поставим мы кассовый аппарат, либо не поставим, он не увеличится. В любом случае. Единственное, что местные бюджеты могут реально потерять, если мы вынуждены будем уйти с единой системы, с упрощенной системы налогообложения, и мы перейдем, предположим, на общую систему налогообложения. Тогда этот налог убирается, и мы переходим, уже оплачиваем все свои налоги, они уже будут идти куда-то в бюджет общий, ну, страны. Получается, мы фактически никаким образом не влияем на ситуацию. Кассовые аппараты, вернее, никаким образом не влияют на нас. Олеже, вам є що додати? Да, я хотел сказать вот о чем. Понимаете, тут, как всегда, ну, ситуация палка с двумя концами. Да. С одной стороны, как бы, скажем так, давайте назовем это, государство пытается решить одни вопросы, но с другой стороны появляются другие вопросы. Да, потому что, опять же, всю эту систему, ее нам нужно администрировать. Поэтому, естественно, что никто не посчитал. Да? Опять же, я повторюсь, эти законы были приняты наспех, в так называемом турборежиме. То есть, понимаете, никто абсолютно не оценил последствий, к которым приведут эти законы. Да? То есть, ну, никто не оценил никаких рисков. То есть, все делалось просто абсолютно бездумно. Так, понимаете? Мы уже начинаем трех повторюватися. Да, часу не так багато, да, я тому перейдемо до наступного питання. Немає часу, переходимо до наступного питання. Акції протесту в Києві та Дніпрі, що відбудуться от зараз. Що це буде, Наталя, мабуть, з вас? Сейчас 10 февраля на 10:00 будет проводиться. Вот мы сейчас как раз такие агитки раздаем по всем торговым точкам, по всему малому бизнесу. И даже умудрились несколько оставить. Сейчас активно все сдают отчеты в налоговых. Ну, знаете, как, может быть, там кто-то тоже увидит. Ну вот 10 февраля в 10:00 будет проводиться акция протеста предпринимателей не только против навязывания тотальной фискализации, а и против кэшбэка и драконовских штрафов. Потому что, так как мы знаем, что сейчас отменили мораторий на проверку малого бизнеса,
то предприниматели тоже зашевелились, потому что у нас глобальная несправедливость к малому бизнесу заключается в том, что мы отвечаем всем своим имуществом. Угу. Олеже, будете приймати участь в акціях? Ну, естественно, мы одни из организаторов этих акций. Естественно, мы будем участвовать в этих акциях. Цель нашей этих акций, которые будут проходить, допустим, цель ближайшей акции, которая будет в понедельник, это обратить внимание представителя президента, да, вот, главы Дніпропетровської обласної адміністрації на наші проблеми. І такі ж самі акції не будуть проходити в понеділок 10-го числа по всій країні. І посредством цих акцій, звісно, ми хочемо обратити увагу представителей президента в регионах для того, чтобы они, в свою очередь, донесли эту информацию до президента. Потому что ну, такое создается впечатление, что президент находится в каком-то информационном вакууме, понимаете? До принятия этих законов, когда он давал большую пресс-конференцию, он обещал перед подписанием, принятием этих законов встретиться с предпринимателями. Но этого не произошло. Поэтому, естественно, наши акции мы прекращать не собираемся, они будут только усиливаться, потому что ну, обратной дороги у нас нет. Просто-напросто предприниматели понимают, что эти законы, они просто-напросто заставят закрыться всех. Также там имеются в виду, как сказала Наташа, огромные штрафы, которые исчисляются просто ну, фактически сотнями тысяч гривен. Это просто ну, нереально. Да? Если ты даже пройдешь все эти круги ада, там, потратишь кучу денег, купишь оборудование, пройдешь все эти круги ада, регистрации. Мы сейчас даже не будем говорить о том, что нужно сделать для того, чтобы все это зарегистрировать и ввести в работу. Да? Мы даже не будем говорить о тех глупостях наших современных нашего современного информационного века, когда вы вынуждены заводить книгу, допустим, да, которая как бы отменена, но все равно ее нужно держать для того, чтобы хранить эти Z-отчеты, понимаете? То есть эти кассовые ленты хранить. То есть то потом, в конце концов, ты рано или поздно ошибешься, и тебя просто-напросто обложат такими штрафами, что ну, просто кошмар. Поэтому, естественно, что мы надеемся на то, что в ближайшее время все-таки президент нас услышит и отменит эти законы. Наталія, особисто ваша точка зору, чи будуть внаслідок акції протесту відмінені ці закони? Я не вижу другого виходу, як протести вулиць. То есть протест улицы, он единственный сейчас действенный, потому что мы пытались, обращались и к депутатам, то есть мы обращались к определенным министрам профильным, да, пока никакой реакции. Поэтому только протесты улиц, действия улиц. И я прошу прощения, я не сказала, все это мероприятие будет проходить по зданию обладминистрации, это проспект Поля 1. Предприниматели, пожалуйста, я вас очень всех прошу, присоединяйтесь, поймите правильно. Я знаю, что вы сейчас, вот, украинское красивое слово, зневірені. Но я знаю в то же время, что, ну, вы знаете, вместе мы сила. Поэтому на 10.00, 10 февраля будем рады встретиться, встрече, и будем рады стать плечом к плечу с такими же людьми, которые оказались в такой же ситуации, как и мы. Що ж, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувались про акції протесту підприємців. На все добре.